Последние два тура для вас самое главное, помимо, естественно, локальных результатов, там, дерби и так далее, что самое важное, что вы хотели бы увидеть? Я неоднократно уже говорю это в каждом интервью, да, то, что мы сами для себя поставили задачу, во-первых, это чтобы наша команда была узнаваемой, да, что у нас прослеживалась определенная стилистика игры, качество игры самое главное, потому что не всегда нам удается играть цельно, и нам необходимо это поправлять, мы на эту тему с ребятами беседовали, отрабатывали, это очень важно, да, поэтому сегодня, помимо того, что нам необходимо побеждать, мы для себя эту задачу ставим и, естественно, показывать хорошее качество игры. Нет, вопрос, мы уже находили на парковку, уже валили. Подожди, там всех тёмных.
пенальти, ваши ворота за первый тайм. Понятно, что это иногда стечение обстоятельств, но все-таки вы правила нарушаете. То есть, наверное, играете неаккуратно. Почему так? Кто, я? Нет, вообще в команду. Ну, так случается, да, бывает, то руку попадает в мяч, бывает то, что в борьбе там какой-то микростык, поэтому сейчас современный футбол такой, что в штрафную вообще нельзя попадать по ногам, и руками уж тем более нельзя играть, поэтому, ну, что есть, то есть, будем исправлять, в принципе, игра нравится, поэтому должны все исправить. Нравится игра в каких элементах и в чем пока не дорабатывать? В последней трети надо чуть завершением добавить, а так, в принципе, контролируем игру, контролируем мяч, хорошо выходим из обороны, поэтому осталось только добавить последний. Каждый месяц под это явное участие может быть желающий на сайте проекта. Вся подробная информация на сайте, чтобы видеть на него, скажите, что будет мягкая Снежана. Она определяла там же состав «Динамо», она производила тематическую дорогу на «Динамо». Давай!
Но мне кажется, это особое удовольствие для центрального полузащитника, когда забивается много голов, получить приз лучшему футболисту матча. Потому что, ну, обычно Голиадоров обращает внимание. Мне очень приятно. Хорошо, что то, что мы забили больше, чем пропустили. Но я старался делать то, что от меня зависит. Концовки сил вообще хватает? Все-таки сезон такой насыщенный. Для вас, может, первый такой насыщенный? Это первый мой сезон на таком уровне. Мне, конечно, к концу сезона тяжеловато, но спасибо медицинскому штабу, который меня хорошо восстанавливает, и я готов играть каждый матч по 90 минут. У вас победа в увлечении. Вот характер команды нашей.